Сетевой канал продолжает знакомить вас с начинающими бизнесменами в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя». Сегодня в центре пристального внимания новатор на местном рынке ремонта и обслуживания автомобилей. Многие красноярцы большую часть дня проводят за рулем и хотят, чтобы их железный конь, сколько бы лет он ни служил верой и правдой, всегда выглядел прекрасно. Полировка, мойка, ежегодный ТО, автоаксессуары. Но сегодня нам предстоит не прогулка по магазинам. Мы отправимся в святую святых – автомастерскую, а ее владелец – любитель современных технологий. Андрей Гергаев, предприниматель, возраст 27 лет. Первый бизнес открыл в 2000 году. Жизненное кредо – получать удовольствие от работы, постоянно развиваться и находить новые подходы к привычной деятельности. Цель – открыть сеть автомастерских в Сибири. Любовь к автомобилям Андрея еще в детстве привил отец, поэтому ничего удивительного в том, что и внешнему виду железного коня наш герой уделяет особое внимание. Казалось бы, о полировке авто уже все известно, однако пытливый ум и любовь ко всему прогрессивному открыли для Андрея совершенно новые горизонты. Я себе задал вопрос, а может быть существует такой материал, который нанес и все, и полировать не нужно? Начал интересоваться, и на самом деле такой материал придумали. Придумали его в Канаде 8 лет назад. Андрей отправился в Ростов-на-Дону, прошел обучение и получил лицензию на использование материалов. Преобразование автомобиля происходит в несколько этапов. Это тщательная мойка и очистка с применением глины, когда даже самые маленькие песчинки, въевшиеся в разрушенный лак, отстают от поверхности авто. Это и шлифовка специальной пастой. Целая технология. В новом деле Андрея поджидали и риски. Высокая стоимость аренды автобоксов, частые переезды от одного арендатора к другому. Но где минусы, там и плюсы. Свое дело стало приносить доход и, что немаловажно, моральное удовлетворение. В планах Андрея привести в родной Красноярск и технологию ремонта сколов, а также ввести в сети мастерских комплексные программы по уходу за авто. Специально разработанная система. Там идет четкий подбор краски. С наполнителем заполняется скол. Выглаживается вровень с лакокрасочным покрытием. И сверху мы уже покрываем Restore FX. Все просто на словах и увлекательно в процессе. Если пример Андрея вас вдохновил, не бойтесь начинать свой бизнес. Развивайтесь в области, которая вам действительно интересна. Это 100% рецепт успеха.